Город Тольятти. Я являюсь военнослужащим Российской Федерации. Мое воинское звание – капитан, должность – командир группы. Служу в 3-й отдельной гвардейской бригаде, место дислокации – город Тольятти. Установочные данные командира бригады. Подполковник Щепин Сергей Анатольевич. Прибыл на территорию Луганской области в начале апреля, дату точно не помню, зашел в составе отряда, второго отряда, 3-й гвардейской бригады, специального назначения. Выявил у командира отряда майор Напольских. Является гражданином Российской Федерации, является военнослужащим. Задача ставилась вести разведку наблюдением за передним краем противника и частями, которые находятся поблизости. Это часть ополчения и казаков. Отряд располагается в городе Луганске. Адрес точно не помню, частный сектор в районе квартала Вавилова. Состав отряда 3 роты по 4 группы. Состав моей группы 12 человек. Я командир группы, замком группы, 2 командира отделения, 2 снайпера, 2 пулеметчика, 2 сапера, 2 разведчика, 2 старших разведчика. Все являются гражданами Российской Федерации. Замком группы прапорщик Азимов. Командиры отделения ефрейтор Кудлахметов, старший сержант Кулаев, разведчики, саперы, это Спиридонов, Кирилл, Ловков, Александр, разведчики-санитары Григорьев, Владимир и Александр Александров. Задача ставилась вести разведывательное наблюдение. Следующий приказ был не пересекать линию соприкосновения, не открывать огонь без надобности. В связи с постоянными обстрелами позиций решил сменить позицию. Выдвинуть в составе 3 человек на поиски новой позиции. При поиске новых позиций наткнулся на старые окопы. Вел наблюдение за окопами. Показалось, что окопы брошены. Решили проверить. Дал команду 2 человекам проверить окопы. Сам остался на прикрытии. Когда военнослужащие зашли в окоп, были хлопки, и они выбегают с капком, с криком «Отходим!» Стали отходить, потом открыли огонь. Получил ранение в руку, пулевое. Кость раздроблена. Упал, на некоторое время потерял сознание, очнулся, стал ползти, далеко не уполз, пришли военнослужащие с окопов, убивать не стали, задержали, оказали помощь, сейчас я здесь. Время задержания, честно говоря, я думал, сразу убьют. Хотел следовать гранатой, правая рука не слушалась, не дотянулась, не смог, левый не дотянулся, но пока это делал, подошли военнослужащие с окопов, задержали, положили носилки, унесли, увезли в больницу города Счастье, там была оказана первая медицинская помощь. Какое ваше мнение о вооруженных силах Украины? Много что говорят на нашей стороне. То, что все, что лично видел сам, в ВСУ, как бы, не вижу никаких вот претензий. Отвечает ли действительности то, что вам говорят по телевидению,
Много я чего по телевидению, не все слушаем, не все смотрим. Я думаю, никому эта война не нужна. Пока верха пенки снимают, низы кровью пузыри кого выпускают.